Павел Воскрецов является заместителем председателя Ассоциации охотников и рыболовов. Своей обязанностью он считает не только защиту интересов данной категории людей, но и защиту окружающей среды и повышение численности лесных жителей. В этом ему помогают навыки, которые он приобрел от отца. Я с детских лет охотник, в лесу, природа. Это одно из хобби, увлечений или даже болезни человеческой. Но, тем не менее, это так. Я пронес это через годы. Приходу меня председателем на территории района десяток лосей оставалось. Когда я стал председателем, я все предпринимал, чтобы восстановить поголовье лося. Это красота нашей природы. В 1967 году Вострецова призвали в армию. Служил он в отдельном ракетном дивизионе в Ужгороде. А во время волнений в Чехии и Словакии сослуживцами для защиты конституционного строя был направлен туда. К счастью, спустя 3 месяца конфликт был исчерпан и солдаты были выведены. Обстановка была очень хорошая. То, что иногда сегодня проскальзывает, там дедовщина, все прочее, у нас этого не замечалось. Значит, тем более часть-то кадрированная, конечно, была, то есть сокращенного состава, в основном сержантский состав и офицеры. После службы в армии Павел Вострецов работал на заводе искусственных кож, но основную часть его жизни заняла работа в местном отделе внутренних дел, пройдя путь от участкового инспектора и до начальника инспекции по делам несовершеннолетних. Обстановка была среди несовершеннолетних довольно сложная, криминальная. Ну и вообще, это городской комитет партии очень жестко спрашивал за преступления среди несовершеннолетних. Мы с ней провели очень большую работу, подключили предприятия, школы и так далее. То есть в корне сменили работу по предупреждению преступлений несовершеннолетних. У нас все пошло в течение года на 100% снизилось преступление среди несовершеннолетних. На сегодняшний день Павел Алексеевич, так же, как и Ассоциация охотников и рыболовов, занята подсчетом численности лесных жителей. Но основной проблемой, которую предстоит решить всему сообществу, является увеличение численности зайцев, которая сейчас находится на низком уровне. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».